Добрый день, уважаемые подписчики, коллеги, друзья. С вами компания Product Fit, и я Шишикин Дмитрий Михайлович, специалист по кормлению. Компания наша находится в Краснодарском крае. Занимаемся защищенными белками и добавками для животноводства, чтобы улучшить жизнь наших питомцев. Вот находимся сейчас мы с вами на телятнике. Хочу еще раз всем сказать о том, что не надо наступать на собственные грабли, как говорится. Это уже пройденный этап, все это знают, все умеют, но почему-то этого не делается. Телятник, есть поилки, есть места, куда можно привязать телят. Нет, мы ставим их в стенки, где нет поения, где нет воды, хотя телятам уже по 5-6 месяцев. Вот. И, значит, водоснабжение, которое находится на телятнике, разморозилось. И начальство, как говорится, не бьет в барабаны, не занимается этой проблемой. Нет воды, ну и слава богу. Телятницы приходят, выпаивают из ведер этих телят. Ну, в лучшем случае, как мы с ними пообщались, достается 10 литров на голову. Это, конечно, катастрофически мало в течение одного дня, с учетом того, что они сидят и едят одно сено весь день. На ночь им дадут сенаж с силосом, кормосмесь, скажем так, без концентрата. Просто смешно. И то большая часть там силоса, чем сенажа. Хотя я в своих расчетах всегда говорю, что нужно давать больше сенажа, потому что у них есть белок в сенаже, в этих кормах. И концентрированный корм. Здесь дают всего лишь килограмм на голову, они телят его быстро съедают, и все. И больше доступного белка получить нет. Поэтому, как мы видим, вот, если можно посмотреть, телята все взъерошены, шерсть у них. Это явно до нехватки белка заметно. И сено оставлять желать лучше, тоже такое грубенькое, не очень хорошего качества. Поздно убрано, видно, что метелка уже с семенами и так далее. То есть фаза уборки сена оставляет желать лучшего. Были даны рекомендации на руководство, пообщались с ним, были даны рекомендации увеличить количество концентратов на голову, на телята, чтобы привес соответствовал тому, чтобы к полугодовалому возрасту телка смогла 220-230 килограмм веса иметь. Ну и, соответственно, наладить водопоение, чтобы вода была в доступном количестве. Без воды, как говорится, ни туда и ни сюда. С вами был Дмитрий Михайлович Шишикин, компания Protect Fit, Краснодарский край. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новинки, наши продукты. Берите на вооружение. Пока.